Перед началом видео хочу порекомендовать вам канал Gaming Boss. Здесь паренек пишет летсплей с приставки PlayStation 4. Так что у кого нет возможности поиграть в эту приставку, а все так же хочется увидеть с нее игрульки, то он всех ждет вас в гости. Всем удачи и хардкора. Ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий Хаус, и у нас накануне прохождения игры под названием The Evil Within. Зло внутри, а точнее загружаемый контент, DLS-ка, которая шла при покупке в Steam в комплекте. Называется она Assignment, переводится как назначение, примерно так. Вот. Здесь нам предстоит играть за многим полюбившимся героиню Джулию Кидман, детектива, которая была напарницей Себастьяна Кастелланоса в оригинальной игре, и посмотреть как бы параллельные ее приключения в Стиме. Вот. В Стиме. В Стиме. Ну что, играем мы уровень сложности выживания, так что одеваем наушники. Вот, выключаем свет и готовимся сраться бояться. Ну что, поехали. Так, выживание, а у нас еще открыто Кураями. О, стоим в... Стэм в полной тьме, осветить путь может только ваш фонарик. Давайте. Кураями. Они существовали вместе, но видели каждый свое. Как будто сознание пациентов заполняло пробелы, создавая собственную реальность. Лабораторные заметки, опыт 716 АХ, доктор Марсело Хименес. Ты на стороне Мёбиуса? Да. Я сделала свой выбор. Так, первый эпизод, присяга. Черные полосочки, старые добрые. Вот. Так, что у нас есть? У нас оружия нету, ничего нету, да? Не фонарик, он, кобура у нас пустая. Ну, давайте начнем, друзья мои, исследовать. Ну, собственно, это вот начало игры. Так, что? Посмотреть. No blood. Крови нет. Or anything. Вообще ничего нет. Собственно, это начало, помните, да, оригинальной игры? Когда машина перевернулась. Ну, почти начало. Вот. Когда мы очнулись за Себастьяна, никого не было здесь. Уже все разошлись. А тут получается наоборот. Кидман оживает,
Ну, не оживает, а приходит в сознание. И тоже никого, в принципе. Так, я вижу кровь. Авария. Я была не одна. Где все? Да, Кит. Интересно, интересно. Где же все? Ну, собственно, я думаю, нам надо идти по этому следу крови. Так, что здесь? Как скворечник, что ли? Направимся сюда, посмотрим. Что за шорох? Я вижу свет. Похоже, нам туда. Птички. Что там? Помним, да, труп... какого-то животного, я не помню, кто это, корова или кто это, олень, корова какая-то. Этот же труп мы находили, когда играли за Себастьяна. Фу. Кто-то что-то говорит. Судя по всему, здесь ничего нет. Давайте отправимся в пещеру. Под корни. Так блестит, как будто он либо мокрый, что ли. Это просто отражение. Извините, детективы, жутковато, да? Оскар, какого хрена? Черт! Черт, нужно убираться отсюда. Четко она так ему каблуком просто под челюсть засандарила. Но Оскар это, помните, да, наш водитель был этой скорой помощи. Так, куда же нам идти? И, ну, мы стоим на развилке. Давайте посмотрим, что здесь. Ящики вижу. Ой, ёр. Вы это слышите, да, друзья? Так, документ какой-то. Досье департамента полиции. Информация об обвинениях. Дело номер 4576-564-G7. Описание. Судимость снята. Правонарушение совершено в несовершенном возрасте. Так, дело. Понятно. Описание. Судимость снята. Правонарушение совершено в несовершенном возрасте. В несовершенном возрасте. Все одно и то же.
Так, описание преступное нарушение владения и уничтожения имущества. Описание кражи в крупных размерах, укрывательство краденного. Бродяжничество, незаконное употребление алкоголя. Кража в магазине, оказание сопротивления при аресте. Кража со взломом. Хранение контролируемых веществ с намерениями продаж. Грабеж с применением огнестрельного оружия, нападение, кража в крупных размерах, бегство с места преступления, оказание сопротивления при аресте, нападение на сотрудника полиции. Чьё-то досье, но что-то мне подсказывает, что досье это нашего детектива Кидман, так как я помню, что, по-моему, во второй части она же говорила, что как бы с ней не все чисто, что она не всегда была полицейским детективом. Пахнет кровью. Что это было сейчас? Назад пути нет. Оскар там бушует. Нельзя идти все вместе. Что-то за вспышки-то такие непонятные. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не может быть. Эй, а где Джозеф? Это похоже вспышки на воспоминания, да? Наверное, все остальные погибли. Что-то все плохо, плохо все как-то. Лесли, успокойся. Лесли. 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 Лесли Уизерс. Лесли Уизерс. I'm sorry. Прошу прощения. Кит, соберись. Слушай внимательно. Дело серьезное. У нас все дела серьезные. Я готова. Я готова. Хотел бы я в это поверить, но слова нужно подкреплять делом. Как я уже сказал, твоя цель — Лесли Уизерс. Сейчас он пациент психиатрической больницы «Маяк», но он способен на большее. Если коротко, то он нам нужен как оператор системы STEM. Без нее наше исследование ничего не значит. Не понимаю. «Маяк» же принадлежит нам. Может, просто заберете его? Наши отношения с его лечащим врачом Марсело Хименесом несколько осложнились. Этот паренек — пешка в его игре. С его помощью Хименес может активировать прототип STEM в маяке без нашего разрешения. А это, разумеется, недопустимо. Не обольщайся, дело опасное. А теперь идем. Медсестры тебя ждут. О, ребята, киска. Киска из второй части. Помните, да, она нам всякие ништячки приносила, когда мы приходили. Hey, привет. Ты откуда взялась? Ага, это у нас сохранение получается. Ячейка.
когда мы приходили в этот в кабинет Себастьяна, ты помните, да? Когда там что-то находили, какие-то секреты. Я не помню, по-моему, какие-то кадры или что там находили. Снимки какие-то. Вот. Киска нам приносила зелье. Гель зеленый. Так, что у нас тут? За столом ничего нет. В принципе, я здесь больше не вижу ничего. Так, я понимаю, диван или вот эта киска, когда мы ее будем находить, это будет наша точка сохранения. Давайте движемся дальше. Народ. Смотрите, у него замалёвано лицо. Интересно, да? Причем у всех. Я понимаю, это вот с корпорацией, вот это вот Мёбиус здание. Так, чё? Ground floor. Так, и куда же нам идти? Понятно, здесь дверь у нас закрыта. Получается, проход только один. Растения всякие в колбе. Так, снова развилка. Либо туда, либо сюда. Давайте в маленькую дверь сходим. Здесь ничего. Ну, в принципе, можно было догадаться. Огонек красный горит. Значит, дверь закрыта. В принципе, он там тоже красный. Может, это и не влияет ничего. Если Хименес активирует систему, тебя затянет. Надеюсь, этого не случится. Но мы на всякий случай приготовили одно средство, предотвращающее заражение. Похоже на вакцину? Это для моей безопасности? Точнее, для незаметности. Стем разработали мы, но в системе завелся призрак. Мы называем его Рувик. Он хочет, чтобы мы туда не лезли. Это средство должно тебя защитить в какой-то мере. Так. Либо эта лампочка перегорела, либо здесь что-то неспроста. Что-то не очень хорошее. Да и предчувствие у меня вообще какое-то не очень хорошее. Почему я отправляюсь туда одна? Ты будешь не одна. Ты со своей полицейской командой. Вы получите по рации сообщение о происшествии в маяке. Мы все устроим. Но ценность твоих спутников невелика. Если понадобится, ими можно пожертвовать. Проходи, садись. Нам нужен этот парень. С ним мы сможем все изменить. Я приведу его. Ты и без меня знаешь, каковы будут последствия в случае провала. Преданность — очень щекотливая тема. В нашем мире доверие так высоко ценится. Поэтому я снова спрашиваю. Ты на стороне Мёбиуса? Да. Я сделала свой выбор. Теперь ты должна подкрепить свои слова делом. Отступать нельзя.
Я начинаю обратный отсчет. А затем задам тебе несколько вопросов. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Теперь я хочу задать тебе несколько вопросов. Тебе когда-нибудь приходилось чувствовать, что тебя предали те, кому ты доверяешь?